Так, ну что, пойдем? Да. Пойдем, подстроимся. Ты подстроишься, я пока покараулю тебя. Да если получится. Угу. Ну, уж так, я ящик скрафтила. Я думаю, как раз нормально получится. Ну, сейчас проверим. Я только хрен, как туда строить, ляпаться. Ну, попробуем. Да, турельки стоят. Ну, сейчас я так бегаю на рубу, пока ты строишься. Ящик не сломали? Я в нем не авторизовывалась просто. Ящик так криво вообще. Главное, чтобы не подбегались. Ну да, ты посмотри. Сейчас привалят немножко. Не знаю, вроде пока никого не видно. Сейчас. Ух ты, ёпти. Что такое? Дерево. Дерево кончилось? Уже? Да, два этажа построил, кончилось дерево, что-то бред. Слушай, что-то мало такого. Да, да. Ты бежишь? Угу. Я так, ну смотри, я 1600 убила. Да, это хорошо. Слушай, что так много дерева? Давай, я сейчас. Сразу. Надежда. Поднимайся, тебе сейчас скину. Держи. А, слушай, ты же ящик крафтил, а скинь. Да, ящик, да. О, почти. Угу. Кстати, то из-за стенок не вижу. Так, сейчас. 5 этажей. Офигеть. 5 этажей. Ну, если не считая шкаф. Сколько этажей, наверное, 8, да? Да, и мне кажется, побольше. Так, нет, уже стабильно. Раз... Сейчас. Ну, смотри, какое большое расстояние между домом и пристройкой. Тут расстояние довольно большое, надо выше ставить. Мы не допрыгнем. Ну что ты там делаешь? Да что, ломаю стенки. Зачем ты ломаешь? А там, короче, сбоку не ставится. Стабильный. Блин, плохо, что ночь, ничего не видно. Ой, там турелька так работает. Вот это, наверное, самое оптимальное. А не можешь посмотреть, кто тут это? Ну, я сделаю. Десятый. Десятый какой?
Вот ну, я стою, да? Ну, походу, да. Ну, если честно, не знаю. По-моему, 10-й. Ну, давай попробуем, да. Если что, подстроим выше. Не знаю. Сейчас я отойду, что мешает. Только не скинь меня с 10-го этажа. А то я разобьюсь. Ох, если кто-нибудь прибежит нам сейчас и это снизу стрельнет по пристройке. Будем лететь мы с 10-го этажа. Чё ты ломаешь? Что ты делаешь? Я пытаюсь ещё что-нибудь поставить. Мы будем выше? А? А мы отсюда будем прыгать или выше? Зачем ты тут сверху это поставил? Да хочу выше сделать, но пока не получается. Хотя дерева нет, правда, что вы? Есть. Нет, возьми. Пока не надо, наверное. А, ну ладно. Заберу обратно. Блин, слушай, ну тут высоко так. Нормально. Это такой пейзаж классный. Все видно прям. Классно. Сейчас кто-нибудь снимет. Слушай, ну я думаю, может быть, мы отсюда и допрыгнем уже. Если ящик сюда на край поставить. А, вот видишь, там я же квадрат хотел поставить. Там только треугольник. Треугольник я очень плохо прыгаю. Да? Ну ящик ставить, да, еще. Слушай, а чё квадрат не встал? Да вот хрен вот я чё. Ты внизу? Да, мне бы этот. А где внизу-то? Я спускаюсь вниз. Ну, увидишь меня. А. Иди сюда. Сейчас, подожди. Дерево шпедать? Нет. Брат не буду. А что ты тут ставишь-то, ладно? А, это же стабильно? Ну да, да, да. Ну попробуй. Я пойду снаружи посмотрю. Слушай, ну нифига она у нас высокая. Да, ну тоже она высокая, только видишь, можно не терпеть. Ну слушай, это как раз 10-й этаж получается, где ты треугольник поставил. Я так понимаю. Ну вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да, вот где треугольник стоит, это десятый, на десятом, на десятой стене. Так, отлично. Сейчас пробую. Офигеть, десятиэтажная вышка. Так, готово смотреть? Смотреть? Да. Ты будешь прыгать? Ну да, попробую. Попробую не приземляться и уйти. Давай, пробуй. Ну далеко расстояние большое. Блин, слушай, ты у меня мимо. Ну сейчас я перезайду, пойдем. Мимо стены. Сейчас посмотрим. Ну ты прямо надо мной. Не знаю, конечно, как у тебя. Ну поднимайся, попробуй ты еще. Ты упал. Слушай, ты упал. Слушай, а чё, я умер почему-то? Да, ты такой висел и такой раз упал. Чё-то я не понял. Такой, как мёртвый. А, может, я поздно вышел, я, короче, ударился и вышел. Не знаю. Блин, я где-то видел. А, тут дроп недалеко он скинул. У тебя тут спальник же лежит, я тебя ложила. Да, сейчас уложусь. Ну попробуй ты теперь. Может, пробовать? Сейчас попробую. Ты пока поднимешься. Да, удобно. Блин, что-то вообще, слушай. Это стабильность хреновая.
Я тоже, кстати, зашел. Слушай, я уже забодалась, блин, не знаю. Слушай, не знаю, что попробовать. Я вышла. Переподключаюсь. Слушай, я в натуре очень высоко. Ну, пробую. Мимо. Одно хп. Да, ты выжила, что ли? Нет. У меня одно хп, кровотечение было. Ну сейчас я высову, наверное, не успею. У тебя тут же спальник есть, да? Да. Ну, я не знаю, помираю все равно уже. Жизни-то мало. А, да, я с вами померла. Слушай, читаю этот. О, слушай, я напрыгнул. Да? Да. Слушай, ты хорошо. Этот... Постарайся перед самым, ну, это, низом выпрыгнуть. Угу. Вроде бы долетаешь. Давай, в общем, так, сейчас пробую перепрыгнуть сюда. Угу. Я пойду залутаю на плей и прибегу сюда прыгать. Возьму ракеты, оружие. Давай. Ты, главное, перепрыгни. Угу. Сейчас потренируюсь. Короче, турелька, но она без патронов стоит. Надо было этот, следы взять. Фух, ну. Рано? Да. Блин. Невезуха. Не попаду, да? Ну, сейчас посмотрим. Мне кажется, да. Ну, просто, да, немножечко. Не знаю, сверху не кажется, что близко уже. Я понял. Ну, буквально еще чуть-чуть было в точке. А, зацепилась, да? Угу. Не прет. Да ладно, тут и так вышка какая. Слушай, ты знаешь что, прыгай уже так, пробуй. Я-то тут, я тебя все равно подниму тогда. Какая разница, отхились, а тут туда, да и все. Ну что там? Есть там куда? Что куда? Пробиться. Да фиг его, я вниз, тут вниз есть путь, но я боюсь сам спрыгивать, чтобы я потом вылез. Угу. Сейчас давай, ты уже залетишь. Ну, тут не факт. Ну, не факт. Ну, не с этого раза, со следующего получится. А, я не могу сюда даже запрыгнуть. Так что, прыгивать так? Да, попробую так, я тебя попробую поднять. О, отлично. Я что, прыгаем вниз? Ну, давай. Так, и чё, куда? Привет! Привет, Турелька! Вот она, по-моему, не одна, да? Что это за дверь? Что-то я сейчас не помню, куда что идёт. Ну смотри, по-моему, вот это тут квадратная, она будет. А это куда? А, тут есть... А это наверх, да, у них. Подожди-ка.
высоты общения въезда, что ли? Ну, вот а нет, вот выход в периметр. Ну, вот это вот, наверное, выход в периметр. Я думаю, надо всем только что-то рубить. Так, ладно. А, тогда мои вещи. А, ладно, я сейчас кинусь. Я тогда побегу на возьму оружие. Угу. Базуку, да, взять? Да, бери. Там у нас же есть ракеты. Вы же там крафтили, да? Ну там мало, есть что-то. Ну, бери, попробуем. Ну там видишь, там еще пол железный. Не просто что. Хотя слушай, надо будет багануть вот так, посмотреть через стенку. А, точно. Сейчас еще перепрыгну. Ну давай, я в тебя верю. Так, я не шмякнулся там. Я не слышу. Попробую перезахожу. Тут же еще турелька эта постоянно шумит. Попал? Отлично, да, перепрыгнул. Так, класс. Где ты там есть? Ну тут возле дверей же стоит. Где это? На. А, ракеты же. И сапоги. Сапоги, ну да, это важный атрибут. Так, это лечилки. Тогда нет охоты, ты остался? Да, на твой задам поломанный, и кирку твою дам. Слушай, этот. Ты мне принес поесть? А, мясо, мясо. Блин, я сам не хилился. Ты у себя мясо поела? Да. Я сейчас... Задумал. Ну, у меня 60. Кусочек спал. А то сейчас только зареспал. Ладно. А, кстати, это... Давай сейчас попробуешь меня поднять. Тебе это... Дать бинты? Не-не. Блин, не вижу, там бы поломался. Блин, тут он со мной не ударит. Ну, я не знаю. А, ну, поднимай. Ну что? Да не видно, не понимаю, ну, еще раз. Ты криво упал. Да видишь, оно там... Не видно ничего. Да, возьми. Слушай, не вижу, но тут стенка явно. Ну, подумай. Может, пол будем бить? Слушай, стреляй, наверное, вот сюда вот в угол. Вот сюда вот в угол этот стреляй, как раз и стенки разрушим. Ну, я так буду, хреном, конечно. Ну, окей, да, попробуем. Так, я отойду, ты смотри, чтобы тебя там не убило. Ну, постарайся. Это печально будет. Ну все, стреляем. Давай. Так, надо еще слушать. Да, все, да, там, кстати, у двери 25, у двери.
двери разрушены. Тут люк. Так, а тут вот подъем как раз. Подъем у нас... подъем сюда на башню. Похикся или настроя. Слушай, ну раз тут люк. А, ну, я не знаю, тут можешь давай пол. Ну слушай, мне тогда уже дамажить эту. Да, да, дамажить. Че, так в угол убить тогда? Ну стреляю. Стреляю уже в эту тогда. Это было чисто на пол. Ну да, ближе под угол я перевожу. То есть, если ты умрёшь, будет очень хреново. Задамажила? Да, 171. Сначала включается лук, а потом выбрасывается. А, да, видела. Слушай, ну полы мы ничем не проколупаем, да? Мы можем вот эту дверь выбить. Какую? Или нет? А нет. А я не знаю, это же, наверное, периметр. Нет, это правильно, да? Или неправильно? А ну, слушай, дай его поду. Поднимай. Так, ну это у них сверху люк. За топор выпал. А, тут он. А, ну давай я выпал. Давай. Так, слушай, тут комната какая-то. А, ну подними. Стой, сейчас я сниму этот шлем. Да, это там вроде поднимает. Так, и это. Давай сюда, да. Тоже там. Давай следующее. А, тут нету больше. Ну давай за стенку сюда посмотрим. Давай. А, это бустер там. Блин, а что ж они были? А, ну давай. Давай. Да-да, бутер. Слушай, надо к печке рубить. Угу. А чем нам полы можно бить? Они этими кувалдочками не бьются? Самодельный молот. О, слушай, а самодельный топор? Ну что, нет, это не домашний. Да я думаю, нет, надо ракеты крафтить. Да видишь, у нас там, по-моему, ресурсы тут конец. Мне надо тогда что делать. Сейчас молот докрафтить и попробуем. О, мне не отруби. Ну что? Не-а, не добавишься.
Ну, я так понимаю, что вот здесь вот спуск вниз? Нет, нет, тут наоборот наверх. А где спуск вниз? Это наверх. А у них тут, наверное, где-то вот тут. Я смотрел, или где-то дверь, или куда. Слушай, а ну еще раз, давай. Давай. Падай. Тут точно лучше, да? Угу. Вот эта дверь. Да, вот тут вход у них там лучше. Тут, да? Да. Вниз? Не знаю, там вот прям за этой дверью еще раз дверь стоит. Да, смотри. Без понятия. Так, ну что будем делать? Ну что, крафтить ракеты сейхи. Давай.